Ну что ж, пройдет совсем немного времени, и я своим друзьям, близким, знакомым, а также, возможно, и вам расскажу стишок, который заучил в 81 году. Тогда я исполнял в детском спектакле роль Нового года. Был там и Дед Мороз, и Снегурочка, конечно. Сегодня и сейчас сеть «Автоград», а точнее вот это подразделение «Тайр Плюс», что на Маржане 9, готовится к встрече Нового года и приготовила многочисленные подарки, сувениры и призы, и вот такую елочку. Ну а в прошлом своем сюжете о деятельности этой сети мы обещали поговорить о боксах или о боксе. И вот этот первый свой хук я подарю фирме «Инвеставто». В детстве, когда я спрашивал у мамы, что ты мне подаришь на Новый год, она отвечала одну нежность. Ну, сейчас мы уже стали людьми взрослыми, а вы помните три стадии мужчины. Когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам становится Дедом Морозом. Мы бы с удовольствием стали Дедами Морозами для всех наших близких, но в силу некоторых событий нас прокатили и мы прокатились, но денег особых нам это не принесло. Поэтому друг другу мы подарим вот что. Это называется «Лучший мой подарочек – это ты». А это вот не граф Дракула, это Алексей Челейкин, ваш любимый ведущий. Клаустрофоб, поэтому такой бледный. Ну что, чудесное искусство телевидения требует жертв. А чудеса от «Автограда» и «Тайр Плюс» не заканчиваются вот этими глобальными боксами, в которых достаточно тепло и уютно. И, между прочим, ветер не дует. Но есть еще и чудесное крепление фирмы «Туле». Для 6 пар лыж, между прочим. За 7400 рублей. А вот эти другие чудесные крепления для не меньшего количества лыж от «Атеры». Правда, по цене в 2 раза дешевле. Так что время выбора новогодних подарков, я думаю, пришло. Но как можно довести до ума уже доведенный автомобиль? Я, честно говоря, не знаю, но специалисты из «Автограда» «Тайр Плюс», что на «Маржане 9», придумали это. В этом автомобиле очень много места, поверьте мне. В этом автомобиле можно жить, веселиться и получать удовольствие от жизни, а также отдыхать. Как активно, так и пассивно. Из пассивного отдыха я предложу вам столик для закуски, под бутыльнички и подстаканнички, ну понятно для чего. Ну а теперь перейдем к активной составляющей. Машина не маленькая, скажем честно, вагонообразная, это и есть минивэн. Но вот если вы едете плотной компанией, в восьмером, то лыжи положить вам будет некуда. А вот в этот аэробокс Туле войдет не один комплект лыж, но еще и необходимая закусочка и выпивочка, которая охладится. Ну и с моей точки зрения, вот этот аэробокс очень подчеркивает утилитарность этого автомобиля. Можно, конечно, осуждать, но не понимать людей, которые взваливают добровольный горб на себя или на крышу своей машины. Но вот этот горб в виде багажника Туле просто так не взвалить, то есть скотчем не приклеить. Для этого существуют дуги. Ну а тут каждый уже выбирает по себе или для себя. Если кому важно название, здесь есть и Туле, и Атера. Ну а кому это не важно, есть российский производитель. И еще небольшой экскурс в историю. Вот такая сегодня у нас передачка получилась. 80-е годы прошлого века. Как можно было легко испортить не только облик вашего автомобиля, но и поцарапать крышу. Жучки, Волги или запорожцы, правильно, прикрутив громоздкие багажники и выдав себя, соответственно, за садиста или огородника. Сегодня в моду входит занятие спортом и установка на автомобиль багажников. Неважно, фирма Туле или других, они сейчас все очень стильные. Некоторые только аэродинамичные, но и прикрепив такой багажник, вы просто обязаны заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И в преддверии Нового года еще один чисто практический совет, относящийся к работе Деда Мороза.
для маленьких семейных мы предлагаем вот такое средство передвижения. Вот с таким маленьким боксом для 1-2 подарков. Кстати, если Дед Мороз проедет на таком по зимним улицам Магнитогорска, он действительно оправдает свое название, потому что и посидеет, и похолодеет. Ну а тем Дедам Морозам, которые занимаются дарением подарков промышленным способом, мы предлагаем бокс Туле. Ну и вернемся к теме автомобильного вандализма. Почему вернемся? Потому что в очередной раз с моего любимого и единственного в городе Линкольна Таункара украли крышку колеса. Для чего и кому это нужно, непонятно. Сколько это стоит, тема отдельного разговора. Можно ли его вернуть мне за вознаграждение? Легко. Можно ли украсть лыжи из вашего автомобиля? Если из штатного багажника, то только вместе с машиной. С багажника наружного применения? Можно. Для этого вам, правда, потребуется либо ножовка по металлу, либо болгарка, либо бензорез. Если вы совсем не хотите рисковать, то вам помогут вот эти приспособления, которые находятся у меня в руках. Что это такое? Ну, это магнитные крепления, для демонстрации силы и возможностей которых мы спустились в шинный центр Tire Plus. Сколько времени потребуется на их установку? Очень немного, 3 секунды, ну только надо выбрать ровную поверхность. И пожалуйста. Раз. И два. А теперь перейдем к занятиям физической культуры. Начнем отжимания. Проверка на сдвижение. Большой стоял, маленький, для двух пролыж, кстати, и палочек, тоже устоял, гиревой вид спорта. На отрыв. Обратите внимание, я стою на полу, а на крышу вашего автомобиля, ну, преступник может и встать, но тогда вызовет повышенное внимание. Штанга. Так, аккуратней. Сколько времени потребуется для того, чтобы достать лыжи? Немного. Снять крепление еще меньше. Вот оно, маленькое. Щелк, клик, хрысь и в багажник. Вообще-то Tire Plus — это шинный центр. Но если присмотреться, а точнее зайти сюда, что можно получить? Ну, здесь вам могут приделать колеса к вашей машине. Изменить ее облик до неузнаваемости, в хорошем смысле этого слова. Ну а теперь еще и дать емкость, в которой можно увести кучу разных мелочей, которые в багажник уже не входят.